Ну, по времени суток. Квадрат Сатурна. Выборы президента. Президентские выборы в Турции. Кандидат. Кандидат у нас будет. Вот. Реджеп Эрдоган. Расклад. Это колода на первых. В центре колоды маг по старшим арканам. Что-то я не знаю, насколько у нас сложная ситуация. Здесь вот идет у нас карта. Какая бесплодие или курк. Курк. Ну так себе пятерка кубков. Организовывать будет процесс. Здесь у него десятка. Покупка благодати Святого Духа. Да, интересно. Интересно, очень интересно. Ну, видимо, начинается все жестокая расправа. Видим, с своим конкурентом потом идет. Да-да, десяточка мечей. А, так, то ли у нас старший аркан идет. Покрывало пенемку. Это очень хорошее. То есть у него крыша. Крыша. А, так. Удача в предприятиях идет. Иначе маг это сам о себе говорит. Ну, здесь будет какая-то вот это, подарок Одиссею. Не знаю, с ним ли это произойдет. Или не с ним. Как результат. Да, здесь такой бесплодие или курк. Но будет организовывать процесс. Покупка благодати Святого Духа. Ну, скорее да, чем нет. Если, конечно, там
Если там, конечно, деструктивные эти какие-то изменения, но они будут в начале процесса. Но это сейчас, 23-й год. Такой вот расклад. Но я думаю, что... Я думаю, что вероятнее всего... Да, процесс будет организован. Вот. Но потом какие-то последствия. Неизвестно. Ну, помогу, возможно. Всех благ, всего хорошего.